Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quest. Неожиданно получилось, что камера осталась дома. Это со мной редкое исключение. Но был телефон, который снимает. Сегодня с семьей пошли в библиотеку американскую. Вот, спонтанное такое решение. Мои дети, да, жена, все туда уже ходят давно. А я решил первый раз сходить посмотреть, что это такое за заведение замечательное. Отличается, да. Вот на эта самая библиотека сзади меня. Вот. Сейчас мы туда все пойдем и вам расскажем, как выглядит настоящая американская такая районная библиотека, что делают американцы там, ну и все такое. Обратите внимание, прямо при входе есть вот такой вот бокс, написано Books Return. То есть, если вы взяли почитать книжку, а библиотека закрыта на выходные дни, можете проехать, не выходя из машины, вернуть книжки обратно в библиотеку. Лизка, она у нас такой книгачей, очень радость, для нее это всегда радостный поход. Да. А, да, для инвалидов специальная кнопочка, как во всех общественных заведениях. Нажимаете, дверь автоматически открывается. Что-то такое. А, то есть это библиотека, и можно... О, как, то есть вот это вот все, это книги, которые были в библиотеке. 50 центов, 25 центов. Оно, смотрю, 25 центов до 50 центов. Здесь уже книги попадаются, очень хорошие. Я там купила книг себе. Мама! А это что, такое еще и лифт есть, да, на второй этаж? Здесь только книги покупать можно, а наверху заниматься. Ага, то есть это книги для покупки. Смотри, тут доска объявлений какая-то интересная. Ну, носители, смотрю, здесь тоже есть разные, да, интересно. Давай, давай! Пошли на лифт. Пошли на лифт, поехали, на второй этаж. Пошли наверх. Она любит место. Давай, какие нос. Я сниму тебе одежду. Ты будешь играть в компьютер. Там компьютер выиграть. Там что, еще компьютеры есть? Да, о, слушайте, мне расскажешь сейчас, я же первый раз в такой библиотеке. Там все, там книги, там игровая зона, пошли. Там вообще без кусадов, бесплатно. Я просто за свои работы зашился, а мои уж все, походу, дорогу протоптали давно в эту библиотеку. Ну, все, поднимаемся. Где выход будет, с какой стороны? Мама, огонь! Здесь будет выход? Огонь, огонь! Сейчас открою, она все знает. Мы с Нового года отмечали. Огонь! Сейчас приедем, посмотрим. Даже если хорошо не знает. Даже Жеку знает хорошо. Жеку здесь любит Жеку. А помощь! Здравствуй! Все, приехали. Все? Привет. Он аппарат даже для жвачек. Лиза, Лиза, не кричи только так. Не надо орать. Все, вот мы в библиотеке. Лиза, не кричи так. Ну и вот такая библиотека. Компьютерные классы здесь смотрю. То есть, да, интересно. Зин, слушай, а компьютер это... Нужно как-то оплачивать время компьютерное, да? Бесплатно здесь? Да, хоть через лес не занимайся. А ты сделал себе членский билет в библиотеке, да? Да. То есть членский билет есть, да, у тебя, да? Я могу его... Вводишь номер билета, работаешь. А, то есть это по членскому билету все, да, получится. Ух, как здорово, интересно. Ну, билеты, все. Слушай, забавно. Слушай, а можешь мне тоже билет себе сделать компьютерный? Сейчас пойду себе сделаю билет в библиотеке. Вон книжки, раскраски, игровые зоны здесь. То есть ребенок, если пришел с родителями, родителям нужно позаниматься в библиотеке, может здесь посидеть, что-то поделать. Тоже пришли с малышом. Что очень интересно, хочу посмотреть. Тут наверняка какие-то книжки детские, что ли, я смотрю. Да. Как раз сказки здесь для самых маленьких. Поделки смотрю какие-то, да, интересно. А вот этот, кто знает, Хамти Дамти, это Шалтай-Болтай. Да, интересно.
И вот тут все книжечки. Наушники прикольные для детей. Такой вот игровой раскраски. И клавиатура. Это для больших. Все. Play. Давай, нажимай. Би. Дина, может, там помельче есть наушники? Смотри, там зеленые вот есть, более маленького они размера. Они, надо подключать куда-то их. Ну, вот посмотри, вот сбоку здесь стекер есть. Можно сбоку попробовать. Смотри, если разъем однотипный, можешь попробовать включить. Зин настраивает Лизе игрушку. Женька уже где-то раздобыл медведя плюшевого. И сейчас с ним уже тут ходит. Да. Animals, kids, club, да, animals. Динка, это какие-то обучающие игры, да? Да, здесь буковки можно писать. Мы здесь слова стояли, даже слова. То есть картинка черно-белая, а там можно цветную картинку взять и сделать. Когда ты пишешь слово, это цветная картинка. То есть ты правильно сделал. Ну поставь то, что она уже умеет играть. На эту игру найти, не знаю, где игра. Найду, потом поставлю, ладно? Хорошо. Сейчас найду эту игру. Держи. Вот тебе медведь еще. О, замечательно. Да. Да, ну фактически, да, как самодостаточные дети здесь. Круто. Зин, много игрушек, не ставь ему, чтобы у него внимание не распылялось, но концентрировался на нескольких игрушках. Да? С нами покажешь, как членский билет сделать. Человек пришел книжки сдавать. Вот эта книжка особенно мне понравилась с иллюстрациями. Что, как оказалось, нужно для того, чтобы получить членский билет, это всего лишь иметь с собой ID. И вроде бы все. Yeah? My ID. А я вот такую формочку нужно заполнить. You have a pen. Yeah, okay. Заполнить форму. In return. Yeah, couple seconds. Yep. It's a day per item, things like that. And let's see what else. It's membership ticket, yeah? Yep, a card to any of our 12 membership card, okay, yeah. Yep, just the library card, so you can go ahead and take that. And that's just our hours and locations for all of our... It's a branch. Oh, okay, cool. Mm-hmm. Yeah. You're working in the weekend, Sunday or Saturday? Sunday and Monday, we're closed. Saturdays, mm-hmm. Our hours are right here.
Saturdays, 9 a.m. to 6 p.m. Mm-hmm. If I have some book, I can to drop it to the special Dropbox outside. Right out there. Mm-hmm. Thanks so much. You're welcome. Ну все, теперь я получил членскую карточку. Вот такая вот членская карточка в библиотеку. На самом деле тут даже из двух частей состоит. Вот мне нужно выломать эту маленькую часть. Сейчас я покажу. Вообще очень удобно. Американцы тут уже перешли вот на такие маленькие карточки. Здесь специальная дырочка. И вешаете себе на ключи. Как брелок, у меня что-то на крючках, что только не болтается, вот куча всяких разных карточек, и сюда вешается в том числе вот такая штука со штрих-кодом. Это членский билет, приходите, его сканируете, и пожалуйста, то есть читайте, сколько вам заблагорассудится, все абсолютно бесплатно, плюс еще вот компьютер, интернет, все, что нужно для счастья. Вот. Ну, все, добро пожаловать в библиотеку. Сейчас пойду копаться, смотреть, что здесь интересного есть. Потому что уже в последнее время уже от бумажных изданий отвык. В основном работаю с безбумажными. Вот. Пришел сюда в раздел аудиокниг и обнаружил с удивлением, что здесь кто-то раскладывает вот такой вот пазл с храма Василия Блаженного. Интересно. Случайно это или нет, но знаково достаточно. Вот, смотрите, уже где-то на 1/5 часть собрано. Приятно, да? Вот обычная американская библиотека. Здесь у нас аудиокниги. Никогда вот не подумал, что в американской библиотеке можно брать аудиокниги. Интересно. Это, наверное, DVD какие-то. Да. Конечно, радикальная библиотека отличается. Интересно. A left hand of God. Руки прочь от Бога. Да, Лизу же отсюда даже слышно. Активный ребенок. Поэзия Пабло Неруда. Опа. Мартис Борхес. Картасар отвечает за базар. Точно Мартис. А что это, кстати говоря, Мартис? Это Мартиса мы читали. Living to tell me tale. Не читал такую штуку. Что же такое? Интересно, по какому принципу они здесь делают сортировку? Потому что, смотрю, персидские войны, Геродот, Тацит. А что еще здесь? Сатирикон Петрониус. Да, и здесь же Пабло Неруда, интересно, то есть каким образом происходит классификация. Скорее всего, есть какой-то компьютерный каталог, потому что на каждой книжке есть вот такой дескриптор. Вот. Чуть ли не как IP-адрес. То есть такой дескриптор каждой книги. И, соответственно, я думаю, что уже вот по вот этим описаниям можно будет понимать, то есть 829-940, скорее всего, это вот это название, номер первой книжки. Дальше уже идет порядковый номер уже этой книги, скорее всего, по каталогу. То есть так, надо
посмотреть, где есть компьютерный каталог. Bed and Breakfast Country Inn. One night free, certificate inside. Интересно. Как-то так. Что это такое? Каталог отелей? Ну да. Интересно. Да. Пойду смотреть, что еще здесь есть. Кажется, я разобрался по поводу, какой классификатор. Это же с другой стороны эти шкафы. Вот биографии с L по Z, биографии с A по L, история США и история Небраски. Здесь, кстати, сразу несколько книг, которые, может быть, потом посмотрю, потому что сейчас немножко тороплюсь, у меня встреча. Позвоню клиенту, у меня с ним сейчас будет встреча. Вот, как раз про Баффало Билла, путешествие Льюиса и Кларка. Короче, история покорения Дикого Запада. Много чего интересного здесь. История... О, чешская история. Небраски. Кстати говоря, я очень много пытался найти материалы по этому поводу в интернете, но очень все расплывчато. Какого года, кстати, книжка? 1929 год. Вот, обратите внимание, в каком состоянии книга. 29-го года издания. Интересно, в российской библиотеке бы столько времени книга бы просуществовала. Да, нужно будет почитать. Интересно вообще. Кто-то, видимо, здесь уже похулиганил в этой книге. Может быть, даже эта книжка попал в библиотеку из каких-то частных рук. Да. Интересно. Надо будет потом ее посмотреть более детально. Я просто слышал, что в Небраску очень много приезжало переселенцев и до Первой мировой войны, и после Первой мировой войны из Чехословакии. Вот с чем это было связано, я не знаю, почему выбрали именно этот штат. Очень много тоже переселенцев было из Германии, но информации сейчас крайне мало в интернете. И как-то мне не удалось пообщаться с этническими чехами здесь, в Омахе, чтобы как-то пролить свет на эту историю. Много задевались, пришлось толстопузу отлавливать. А где Лиска-то? Лиска книги читает. Да? Где она там читает книги? А, там кто-то сказки читает вслух, да? Да, дядя, она сидит слушает. И она понимает все это? Она комментирует. Она комментирует. Слушай, я вот не могу понять вот иногда, что она говорит. Она, походу, в теме. То есть это мы с тобой не в теме, что она говорит. И самое интересное, американцы тоже ее понимают, да, походу. Да, дети понимают, что она говорит. То есть американцы ее понимают, мы, да, понять не можем, что она там свое говорит. Видишь, я в историю у нее стоит, смотрит, и я что-то с ней говорю. Прикольно. Ну ладно, пускай толстопоза, он весь извелся. Все, я поехал по делам, вас захвачу. Перезвонишься, когда должен будет забрать тебя? В 6 часов. Давай, отзвонишься. Они в 6 закрываются, да? Да. Все, я с вами приеду, а потом уже будний день спокойно, без... спокойно, без спешки, без детей, положу там, посмотрю исторические книги, мне интересно почитать там. Хорошо, ладно. Давай. А ты взяла себе ноты? У меня есть 3 пары нот, но я сейчас вообще возьму ноты. Возьми какую-нибудь классику. Поищи там классику. Слушай, я не знаю, там я в прошлый раз тебе привез, ты сказал, что это кларнет какой-то или еще что-то. Ты там не играешь. Третья полка с той стороны, там нот. Зин, я в нотах не разбираюсь. Я в них разбираюсь, как в свинья в апельсинах. Ты выбери те ноты, которые ты будешь играть, потому что я тебе опять какую-нибудь не ту штуку найду. У меня надо затратить, потому что ноты тяжелые, я сама не довезу их. Позвонишь мне, с тобой приеду. Все, давай, на созвонах. Хорошо. Скажи с телезрителем. Ты снимаешь? Зачем снимать ты меня все это? Ну и снимайте, да. Здравствуйте, попали на телевидение. Мы еще здесь немножко поиграем в 6 вечера, а потом уже пойдем домой. Он же книжки взял, он читает. Да, он там уже глобус осматривает. Короче, позитивное место. Очень позитивное. Здесь их много, еще здесь 2 библиотеки, 2. Слушай, мне она безумно понравилась. Я еще одну не посетила библиотеку. Она рядом с нами находится, ближе, чем здесь даже.
Мне эта библиотека понравилась. Здесь Новый год мы празднуем. А, то есть еще есть мероприятие проводится? Новый год здесь был. А список мероприятий здесь есть какой-нибудь? Да, внизу висит на первом этаже. А ты в лист рассылки записалась? Да, у меня есть данные все. Запишись в лист рассылки, наверняка что-то интересное будет. Здесь всякие приходят, книжные чтения для детей проходят, дети книги читают. Чтение тоже проходит? Да, по утрам, 10 утра. Слушай, ну тогда может иметь смысл. Я сделаю грубый перевод твоих этих самых рассказов. Давай я здесь объявление внизу размещу. Может, это там поможет в литературную форму это все облечь, твои эти здесь очень много, истории лягушек. Да реально. Может, они какой-то энтузиаст, который поможет все это причесать нормально. Я могу только грубый перевод сделать, а литературный... Но мы же не владеем английским языком, чтобы идеально. Ну, про то и говорю. Все, давай, погнали.